На опушке леса вот такой вот бьет необычный родник. Прям настоящий гейзер. Смотрите, как выдавливает очень сильно. Вода чистейшая. И вот она, река Малога. Очень широкая. Песчаное дно. Лес и поле. Сегодня у нас небольшое путешествие по речке Малога от Максатихи и вниз по течению. Такая вот Малога. Широкое дно. Песчано-каменистая, смотрите, какие камни мощные. И вот там вот рыбаки рыбу ловят на лодочке. Очень красивая местность, лесистая, шикарная. Спуски к воде для кемпинга, очень прикольно. Похоже на тайгу. Ниже Максатихи, километра на два, есть вот такое место, называется Ломовский пляж. Там песочек, много отдыхающих, такая примерно ширина реки, только что прошла моторка. Нормальная большая лодка с мотором, то есть, соответственно, здесь хорошая глубина, хорошее течение. Уже какие-то первые грибы пошли. Место впадения реки Волчины в Малогу. Чем-то мне все-таки Малога напоминает Тверцу. По ширине и по вот такой спокойности определенной. И дно песчаное, очень много спусков. Думаю, для сплава она более интересна. Как красиво подмывает берега во время весеннего паводка. Смотрите, какие камни под деревьями. И очень много спусков и стояночек комфортных. Чем дальше ухожу, тем больше местность напоминает Старицу. Там Волга чуть-чуть пошире, но очень крутые берега. И речка достаточно большая, широкая. Здесь надо на каяках идти, а не на байдарках. Или на лодке с мотором путешествовать. Огромнейшие обрывы. Валуны внизу. И везде, везде, везде песчаное дно. И вдоль берега кувшинки. Наверняка хорошие места для рыбной ловли. И вот так вот идет тропинка вдоль всего берега. Здесь прикольно на мотоциклах или на велосипедах устроить пробег по берегу. Такая вот пейзажность. Видите, как прикольно. Постоянно иду, там рыба плещется внизу. Воды сейчас немного. Глубина здесь метра три, на середине до дна я не достал, так что может быть даже и больше. И вот так вот выглядит река Волчина. Там перепад течения большой, перепад высоты большой, и сразу же начинается течение, Малога становится как будто более полноводной. То есть, в принципе, места очень красивые, интересные, и можно здесь и сплавиться, и просто приехать с кемпингом отдохнуть. Дно каменистое, такой песок и много камней, каменистое дно. Заходить удобно, а дальше уже, конечно, валуны. Очень много спусков к воде для рыбаков. Смотрите, как подмывает песчаный пляжик. Сейчас не видно, но там прям такой перекат песчаный. И очень-очень много рыбы. Здесь вот ходит в тине. Какая-нибудь
насекомое подлетает и тут же его пытаются съесть. Так что речка очень рыбацкая. Рыбный пилинг. Реально, они прям кусают ноги. Я это чувствую. А вот там вот плещется рыба. Крупная. Постоянно.